Здравствуйте, вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение моей партии за Кри в Sid Meier's Civilization 6 Rise and Fall. Если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти к ней. Всегда лучше смотреть с самого начала и полностью. Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. А всем остальным приятного продолжения просмотра. Состроить, я бы не строил. Последние строители за веру.
Ну, я, в общем, готовлюсь вот армию апать и нападать. Тем более у меня сейчас будет золотой век. Я еще сейчас возьму на убийство юнитов. Как раз должен выйти. То есть, в принципе, мне... Если я... Во, есть. Отлично, есть. Варвар, я надеюсь, что я его убью рыцарем. Вообще ускорюсь. Существенно. Ну что, золотой век. Отработанная армия построена. Голландец в темный век вышел, но он возьмет карточку на плюс 5, кстати. Так, что мы берем? А, у меня ничего нету на... Значит, монументальность можно взять. Исход евангелистов. Это точно не надо мне. Просто единственное население новых городов и других континентов. Значит, либо реформы денежного обращения, либо монументальность. Строители мне сейчас особо не нужны. Поселенцы и строители стоят на 30% при покупке за очки веры. И можно покупать гражданские юниты за веру. Я лучше реформу денежного обращения возьму. Человек ученый. А именно гуманизм, торговый путь, реформация, божественное право. Чё подказывались? Ну, штланцы на плюс 3 было, что-то не взял. Я на 3 горы был. Чё? О чём ты? А, теперь университеты уж я не берете. Ну, давайте возьму. Раз никому не надо. Я за горы взял. Пойду получу свою полторушку. Подожди, он 250 на стандартную скорость. А, значит, ну 750 тоже не будет. 10 ходов, считаешь, для меня. Это мало, но... Ну да. Воу, Лёша, смотри. А я же спрашивал. В смысле, было написано в событии, что до упора играем. Не Давид. Не доведи, Господь. И еще в начале мы с Качечкой обсуждали это, что мы завтра не можем играть. Я могу школьника попробовать позвать. Но он будет возмущаться. Нет, подожди, вот человек должен доигрывать. Я, правда, не думаю, что тебе тут долго осталось, на самом деле. Ну, ну, нападешь. Ну, я думаю, вместе с шотландцем мы нападем, нет? Или шотландец не будет? Ну, если ему надо идти, мы освободим его, в чём проблема? Нет, это мой экономический союз, вообще. А Маастрихт к
кому отпадает? К шотландцу или коронеру? К шотландцу. К шотландцу. Ну, не Давид, ты события читал? Ты просто отписывался чисто ради того, чтобы отписаться? Час ночи почти. Что за отмазки? Час ночи почти. Если у тебя был час дня, а мы играли всю ночь, это еще ладно. То, говорю, цива не для слабаков. Мы здесь таких не любим. Что-то я как-то дофига, конечно. Ну, они сейчас еще в эти в корпуса всякие соединятся. Так, надо апнуть юниты. Еще у кого-то восстание будет. Разве то восстание? Смотрим следующим ходом. Так, что у нас тут? Ну вот, варвары есть, если что. Если бы еще... О! Блин. Этот сильный юнит. Мне его разобрали. Так, значит, берем на апгрейд. Скаут. И не убил, главное. Ну, блин. Кстати, это видео вышло при поддержке космической глобальной браузерной стратегии consoleWar.ru. Обязательно загляните на этот сайт, а после регистрации введите кодовое словосочетание Лёша Рептилоид. Получите пригоршню бонусов. Мы Давида не отпускаем, да? Мы его убиваем. Ну да, пускай сопротивляется как-то, что-то делает. Давай, Давид, мы в тебя верим. Ну, я лично. А что, Вавилон умрет, что ли?
Нет. Почему он должен умирать? А куда эта армия грузинская тогда идет? Она просто стоит. Мы просто хотим пройти, знаешь? Ну, не, она просто стоит, смотрит, наблюдает за всеми. Ну ладно. Охотно верим. Ну, я пока не собираюсь на Вавилон нападать. Зачем он мне? Что это Киллаки Сивани делает? Ну что? Если не свалит отсюда, скаут будет очень здорово. Если свалит, то не очень здорово. Блин. Отошел все-таки. Я же могу еще. Меня-то эти не смогут сейчас атаковать. Сделаем тут еще стены на всякий случай. Грузия предлагает союз продлить. Но, ну, вы знаете, мне хочется, если я захвачу быстро города голландцев, то просто перекинуть армию и захватить Грузию здесь. У него тоже армии нету, как видите. То есть вот это арбалет, мушкетер и 4 рыцаря с мечником. Это... сказать, не помешает. Так, что у нас тут? О, подставился, слава богу. Я сейчас потеряю рыцаря, но зато ускорю открытие кавалерии. Меня это вполне устраивает. Как, где кнопочка перезаключить союз? Я слышал, есть такая. Там есть кнопочка только продлить союз. Ну, а как это? Там, когда заходишь, сразу должна быть под заключить сделку, должна быть кнопочка продлить союз. У нас только повод для войны. Ну ладно. Ну, если союз уже закончился, то кнопочка-то не будет. Да. Вот так вот, я понял. То есть эта кнопочка где-то после 20-го хода появляется союза. Или союз всего на 20 ходов. Ну, я примерно говорю.
Нет, за 5 ходов до конца напоминается. Да, ну вот даже так. Спасибо. Так, исследовательские варианты. Химия, исключая технологии промышленной эры. Ну, в принципе, почему нет? Вот этот инженер еще неплохой будет. Инженер, ну, давайте еще торговку организуем. Промышленный зов, что в этом городе вообще нету производства никакого. Ну тут два форта поставлю, наверное. Рекорд по довольству, по-моему, в Стерлинге. Какой-то миллион? Ну почти. Плюс 11. Ты же солнце зал, как он будет содержать? Хорошо, какой? Давай научный. Сколько их я смогу апнуть? Да мне, по крайней мере, никакой не нужен. Ладно. Может, соседи. Леша, сейчас кольцо снимать один. Три. Или ты улетишь, как Леша будет с тобой один. Действительно. Так, просто отойдет от компа, норм. Это уровень бог, это сейчас ноги. Ты уже лучше выходи тогда, чтобы хотя бы компьютер воевал. Так, ну, видимо, араб, получается, я тебе тоже войну объявлю. Так ты, может, подождешь 5 ходов? Зачем? Я давно его обвинил уже. Ну, какая разница? Думаю, комп... Думаешь, комп... Объявляй? Заключ... Не, как ты объявишь ему войну, если вы, у вас дружба? Ну, нормально, просто объявляем, а... я ж не вступлю в него. Да, точно. Я просто не вступлю за него, и все. В смысле, уже войну объявили? Да, уже войну объявили, и ты, ну, как бы, ты... Ну, все норм, короче. Спасибо. Спасибо, ну, пока. Пока. Не болей.
Я вам хочу сказать, что вот эти улучшения у Кри, наверное, одни из самых лучших улучшений, которые есть у наций уникальных. Они практически везде строятся, дают очень неплохие бонусы, и еще и со временем эти бонусы улучшаются. Есть что нерфить. В принципе, мне как бы Роттердам не нужен, если ты его сожжешь, вообще было бы классно. Да мне влом просто идти на него, туда пролазить по этим холмам, что-то захватывать. Да, у тебя лошади что-то. Да, то, что там стены надо снимать. Бомбарду возьми. А? Бомбарду одну, две. С генералом по дороге. Что-то дорога есть вроде как, не? А, нет, нет дороги. Роберт Брюс, а ты? А мне все равно. Ну давай, экономически. Можешь, кстати, устроить религиозное мяско. Ну а зачем? У меня не так много веры. Вообще действует античности и средневековье, а кавалерия это уже промышленная эра, так что генерал нафиг не нужен. Так, второй уровень. Ну вот, смотрите, у меня где-то было 1200 силы, да? Я прошлым ходом практически все апнул в кавалерию, стало 1400. Так что тут как-то немножко странно считается. Давайте-ка еще одного строителя. Лесопилка, индустриализация, после индустриализации давайте сталеварение. Thank you.
все уже тут обсмотрено. Ну, тут компьютер не особо умеет воевать. Так, мне нужна пауза на минут 5. Ну давай мы... Ты можешь отходить, и ты успеешь туда-сюда сгонять. Да, ну просто не будем закрывать. Хорошо. Просто не завершай ход, и ты успеешь, я тебе уверяю. У кого-то кашель прям такой надсадный на фоне. Что-то тут собор миллион лет строится. Какой? Меня Василий облаженный. А, так я его не строил. Черт. Тоже хотел построить? Да, мне, знаешь, надо. Ни одной клетки тундры. Да-да-да. Сейчас, значит. Тут бегают караваны. Внутри еще два. Угу. Я еще один могу запустить, кстати. Перебрасывать к грузину. Чё ты запретный город так не поставил? Я? Ты же там про него вспоминал. Ну, так у меня не было науки на него, чтобы не идти в него. А у вас уже давно были по два кампуса и все. У меня был один. У меня тоже был один. Я думал, ну я видел Лёше два кампуса, думал, он построит. А он как-то не захотел. У него, конечно, места так себе. У меня просто конкретно так себе места. Вообще. У меня только один кампус с бонусом. Это, ну, соседство. Только один коммерческий центр с соседством каким-то есть. То есть, ну смотри, у меня только рек нету, да? Вода столица есть. Вот в этом появилась в каком-то, я не знаю, как даже назвать, какой-то кишке. Ну просто вообще какой-то бред. Грустняшка. У меня какие-то карточки. Арбалетчик, кавалерия, пикинер. Где-то у меня тут варвары приближаются, тут, наверное. It's not the towering sails, but the unseen wind that moves a ship.
Так, Макал и запретный город построил. Учеными. О, я бы этого торговца взял. Да, надо торговца этого Серьезно, у бота этот губернатор сидит в Мастрихте военный. Ну, это круто или нет? Ну, как ты думаешь? Я сейчас чуть-чуть гляну. То, что мне надо, потом скажу. Думаешь, бота сидит? Может, это живой игрок у этого посадил? Не, ну он бы перевел уже сам. Это же бот, он все время что-то двигает. С чего бы ему передвигать? Нет, там падало, и бот посадил туда губернатора. Ну, он точно посадил, да, там дать кого-то. И, ну, именно военного, точнее, что дальше кого-то. Ну, потому что он быстрее всех шел, да. Там какие-то алгоритмы-то есть, наверное. Наверняка. Так что, Алексей, дружить будем? Будем. Ну тогда принимай, я тебя кину. Окей. Двести, Роберт, 200, ты чего? Че такое? Че у нас не столько мало? Да это ж мало. Тоже победа. People can have the Model T in any color, so long as it's black. New opinions are always suspected, and usually opposed.
without any other reason. New opinions are always suspected. And you new opinions are always suspected and usually opposed without any other reason but because they are not already common. Так, ну давайте попробуем эту дополнительную науку взять. Посмотрим, сколько получится. Так, 131, 139. Ну, не так, чтобы много. Но вот тут сейчас до 10 вырастет. У меня бонусов соседства мало. Вот в чем беда. Так, этот чудеса ускоряет. Мне бы рурку с его помощью построить. Только найти где мы будем это делать. Странно, я сейчас смог почему-то военный лагерь голландца двумя юнитами с одной клетки проатаковать. Может, есть какой-то механик, который я не знаю? Баги. Вот посмотрите. Баги есть. Это баги, думаете? Да, я вижу, две кавалерии. Да, Кайл. Ну, баги. Леша, ты шотланд союз? Да. А чё там у него полторушка, чем это он набил? Ну, я не думаю, ну заплати мне за инфу. Не. Набил и набил, это наше с шотландцем дело. Окей. Поленку еще, нифига из шотла. Поленку попрошу, не трогай. Ну там 6 послов. Надо бороться с тобой как-то. Зачем? Хватит там дзынь-дзынькать. Так, я, значит, хочу торговца вот этого. Блин, ну шотландец. Я не успею. Эх, так и не удалось мне никого защитить в этой игре, какие-то все. Так что сможешь, еще сможешь. Защити голландца. Человек, который должен уйти немедленно. Это сложно было его защитить. Меня можешь защитить. От кого? От тебя же? От себя хотя бы. От себя, от Лёши. Это все будущие вертолеты прокачаны.
кстати. Грей, а нафига ты наших послов изгоняешь? Я? Ну, вражескому этому удалось изгнать часть ваших послов из Вавилона. Ну, это же не я. Ну, твоя же Амани там сидит, нет? В смысле? Это не Амани, это шпион делает. Правда, не знаю, нафига вам... Кому нужен Вавилон сейчас? Что там, у кого-то куча шедевров? И я просто какие-то квесты случайно повыполнял на него. Он кинулся, а он же тупри. Амбар не нужен, довольства не хватает. Ну, тут аквапарк можно построить. Так, давайте. Знал бы я, что некого будет защищать, я бы Россию взял. Россию тоже можно защищать еще. Не, ну там на веру большой план. Мне через веру нравится. Через новую. Так, а где я тут буду строить, интересно, рурку? Пока не знаю, пускай стоит. Себя там кумаси в осаде. Да, что-то поприходило. Да там лагерь он съел. Я видел, видел уже. Хорошо, что этот лагерь на острове, не на побережье. Пришлось бы идти его убивать. Ты про что? А, этот внизу, который? Угу. Оттуда просто в какой-то момент начинается память линкора. А это ты тут сюда понаделал, чтобы пойти потом арабы захватить? Или пускай будет, типа, на всякий случай? Как всегда же, на всякий случай. Ты же видишь стандартный набор корабликов на пару армат. Я, наверное, только каперы построю на подлодке. Ну что, я, наверное, в темный век упаду. Килуакисивани построено.
их потом. Блин. А на эти две уже вожу тогда. Далековато, конечно, армию возвращать, но у Грузии все плохо, надо просто его захватить. 79, 166, 123, Грузия 79 внезапно, хотя никто ничего не мешает. 114, 160, 75, кстати, культуры мало, но у Грузии все равно 31. Война 540, 1500, 1100, 460. 5. Тут уже, наверное, хватит кавалерии, надо тоже все это сюда перетаскивать. Что, я беру Роттердам или нет? Я просто юнит. Да, пускаю. Бери, бери. Окей. Это здорово, что мне не придется туда тащить. У меня там стоит. У меня две кавалерии стоит, просто я думал, что мне придется. То есть я могу тебе чисто помочь его взять. То есть, ну если только ты снимешь защиту. Ну я бомбардами бахну там. Загляните на consoleworld.ru, а на этом пока все, продолжение завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я тот, кто сделал это видео. И пользуясь случаем, хочу вас попросить не забыть поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео с друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!